Не паникуем, соблюдаем меры предосторожности. Книги, фильмы, сериалы, настольные игры, кроссворды, пазлы. Что я еще забыл из возможных занятий, которыми можно разнообразить и наполнить свое нахождение дома? А, ну просмотр Матч ТВ. Естественно, сейчас в нашем эфире много записей, трансляций, топовых событий сезона. Но между всеми озвученными видами зрительно-умственной активности и набегами на холодильник неплохо было бы иногда вспоминать и о тонусе своих мышц. Да, тем, кто привык к регулярным тренировкам в зале, сейчас приходится особенно тяжело. Но для таких людей, но не только для них, у нас есть специальная карантинная рубрика, в которой известные спортсмены рассказывают, а главное показывают, как устроить собственному телу эволюцию даже в четырех стенах. И сегодня Давид Белявский, чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике, олимпийский призер, расскажет, как правильно размяться. Всегда разминка начинается с бега. Мы всегда начинаем разминку с кистей. И теперь наклоняемся. Полу тянемся. Чем ниже, тем лучше. Мы кисти тоже тянем, чтобы вот эта часть потянулась. Ахиллес, сухожилия растягиваем. Всю эту разминку, которую я делаю, можно и дома проводить. Также каждый день. Мы обычно 10 делаем так, чисто чтобы разогреть. Но это каждый может дома повторить. Много упражнений на самом деле с резиной. Можно с резиной все мышцы проработать, я думаю. Немножко покачать спину, пресс. Это все можно тоже делать из домашних условий. Также ложиться на живот, вытягиваем руки и делаем качание. Это у нас качается спина. При правильном исполнении достаточно вообще 10-5 раз будет. То же самое мы делаем на спине. Спина должна быть прямо, не прогнутая, не так вот, чтобы она лежала. И делаем те же самые качания. Ну, планку, я думаю, что все умеют стоять. Как будто диван это у нас. Напрыгивай. И спрыгнули. После тренировки нужно обязательно делать растяжку. Также можно лечь на спину. И ноги, чтобы параллельно полу были, для того, чтобы расслабить спину. Я думаю, что на этом наша разминка закончена. С вами был Давид Белявский. Здоровья вам и занимайтесь спортом.